Эй, зямряд, ну что, добавим интернет эквайринг? Нужны. Блин, тут пароли демо. Хотя пофиг, это же все у нас демо. В общем, демо-счет такой вот есть. И мы с вами сейчас должны пройти тесты. И пройденные тесты, они у нас будут тогда означать, что интернет эквайринг работает. Вот. Я эти тесты прошел, то здесь просто копируешь номер карты, делаешь фиктивный заказ. А на сайтике, вот на моем, здесь делаем в корзину добавить, оформить заказ. Все очень должно быть просто, потому что это прям очень важно. Здесь все заполняем, сохранить. Да. Дальше переходим сюда. Здесь выбираем какую-нибудь доставку по Москве. Тут надо еще, кстати, добавить третью штуку. Вот, ознакомлен обязательно. Так, это должно тоже работать. Сейчас я гляну. Да, это работает отлично. И здесь мы выбираем оплата Тинькофф. И далее подтверждаю заказ. Козяка. И чё? И перекидывать на платежную систему. Да. Вот здесь вводишь уже данные карты и, в принципе, оплачиваешь эту стоимость. Самое интересное, что нужно вводить именно вот эти вот данные карты. И он потом будет писать здесь тесты пройдены. Так, три теста. Первый тест на оплачено, второй тест не получилось оплатить. Третий тест у нас получить результат платежа оплачено, а потом его отменить у себя же здесь, в Тинькофф банке. Вот, также можно подключить любую. Вот я отменил, например, возвращен полностью. Да? Все. Потом переходим, то же самое сейчас буду делать с формированием чека, это на почту то, что будет приходить. То же самое делаем, копируем вот эту штуку, ее вставляем вот сюда. Да, ее вставляем вот сюда. А далее копируем срок, его вставляем вот сюда, копируем код сюда, а вместе с платежом передать дополнительные атрибуты в виде данной текстовой карты, получите результат оплачено. Соответственно, здесь можно какую-то почту другую мою указать, не знаю, вот такую, например, правка данных, не надо ничего запоминать. Отправим чек вот сюда. Так, а почему сюда? Не знаю, потому что я другой вроде как указывал. Но суть в том, что сейчас этот тест будет тоже пройден. Вот, а теперь не пройден. Мы забиваем снова это все дело. То есть это у нас тестовый эквайринговый автомат. Далее мы выбираем уже нормальный. Ну и в принципе по нему... О, давай часы купим. Часы купим. Сегодня весь товар купил, кстати, 5590. Ничего себе. Серьезная такая заказина. Выбираю способ оплаты. Здесь, кстати, надо, наверное, банковский перевод убрать к черту. И оплата при получении. И там два варианта. Либо картой, либо наличкой. По-всякому бывает. Так, здесь ввожу данные снова. Это эффективные карточки. А потом опять отменить платеж. Вот сейчас как раз это и проделаем. Надеюсь, все видно. А вот таким вот макаром. Потом перехожу вот сюда вот. Здесь у меня должно еще три платежа появиться. Фиктивных. А нет, два. Почему три-то? Два, конечно, два. Всего будет пять. Ну и что и там за что-то. У меня тут, по-моему, уже перешло. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. И мы этот заказик должны отменить. Это делается очень просто. Вернуть и подтвердить. Все, возврат осуществлен успешно. Смотрим теперь здесь тесты. Они должны быть пройдены. Смотрим. И все.
Тест номер 7, тест номер 8 пройден. Нет? Они оценят результаты платежа, и дальше уже будет терминал включен, нормальный, обычный. Вот. Эти пароли можете вводить, они вам ничего не дадут. А нормальные пароли я вам не покажу, друзья. Такие дела. С вами был Николай Шахматный. Теперь вы знаете, как внедрять интернет-эквайринг на сайт. Всем пока.